Привет, бандиты, привет, Афина, Ричард, привет, дети, привет, я вам что-то принесла, идем, я вам под... Ну, конечно. Привет, Рич. Привет, ты соскучился? Ай, кусается, Афина, кусается. На подоконнике лежал. Боже, ревнивица, сожрет сейчас моего Рича, мальчика моего. Ужас, за морду грызет. Бедный Рич, бедный ребенок. Спасти тебя, да? Боже, она тебя за все грызет. Боже, ты моя умница. За лапу грызет. Зверюга. Ох и зверюга, Рич. Афина твоя такая зверюга, да? Слушай, из Китая. Посылочка из Китая. Специально для Ричарда и Афины. Подарок. Распакуем, что нам прислали. Вот такая красота. Ух ты ж как. Тяжеленькая. Красивая. Это у нас что? Женя, что это у нас? Как ты думаешь? Ремень. Это поводок. Афина, как тебе? Ой, что это? Что это? Ой, испугалась. Боже мой, испугалась. Так, поводок. Интересная система такая. Сейчас посмотрим, как она работает. Еще один поводок. Тут зелененькая значок. Другой, серенький, красивый. Смотри, с обратной стороны здесь такая вот, бачишь? Да. То есть прокладочка. Угу. Вот такой. Ну, по идее, прочный. А шейник, я так понимаю, это Афине подарки, вот эти вот серенькие, да? Опа, открылся Сим-Сим. Закрылся. А ну-ка, а как работает, интересно? А, смотри, тут еще ручка есть. Ага. Вести за ошейник, классно. Да. Когда собака как раз такого роста, удачного. Сейчас будем примерку делать. Да, Афина, будем примерку делать. Не? А, смотри, да, интересно, вот так открывается? Как же он надевается? Смотри. И защелкнулся. А ну, давай ты. Двумя пальчиками. Хоп. И теперь защелкиваем. Хоп. Прикольно, да? Прикольно, да. Необычно. Ну, вроде как прочно. Сейчас проверим на прогулке. Ой, грюки-грюки. Такая большая, да, петля. Достаточно большая. О, здесь тоже такое колечко. А что, а тут только один получается? Почему один? Не, ошейник. Ошейник один, да, для Афины. Здесь колечко можно вешать сюда. Сумочку с пакетиками для какашек или что-то еще. Что хотите, то и вешайте сюда. Ну что, будем примерять? Примерять. Так. О, нормально, да? Широкенький такой, хороший. О, Афина, с обновкой тебе. Спасибо, лучше бы конфет принесла, да? Женя, ты идешь? Я хочу спустить. Не встаешь. У вас будет девочка гулять идем, да? Стоим. Добрый шаран. Добрый. Да, драконы, да. Неплановая прогулка, да? Аккуратно. Аккуратно, драконы, аккуратно. Господи ты, боже мой, Рич!
Это придурочно. Он должен быть первым, да? Да. Рич, аккуратно, ступеньки. Первая у меня такая прогулка. Ступеньки. Молодец. Бля. Рич. Ты хочешь в библиотеку? Книжки читать? Вот сюда? Так, и что? И что? И что? И что? Все, библиотека? Страшно? 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 Да? Молодцы. Тоже любят ступеньки, да? Да, ну, молодцы. Мучитель. Ричард, мучитель твой, да? Ужас. На ухо ему рявкнуло. Бедный Ричард. Вот так удобно вести. Удобно, Жень? Да. Как раз по твоему росту и ее росту очень удобно. Вот так. Ну что, друзья, кому понравились поводки, ошейники, ссылка на магазин будет в описании. Заказывайте. Я рядом. Очень. Как и Ричард. Да. Со мной тоже можно. Да. Молодцы. Нормально. Не дококулял. Месяц? Да. Большой пес. Стой, Ричард. Стой. Что надо выбросить? Все, пошли. Да. Молодцы? Да. Да, Афина, ты молодец. Молодец, молодец. Да. Афина, в новом ошейнике. Новый поводочек, да? Рич хулиган, как всегда. Афина, как тебе? Понравилась прогулка? Понравилась, да? Молодец. Как тебе новый поводок? Нравится? Да? Молодец. Я ничего не понимаю. Какой поводок? Да. Что ты, о чем говоришь?